Хорошо, я хочу сказать всем приветики. Мы начинали играть с самым веселым человеком на свете и продолжим играть с доктором Колей. А это хоть не про меня самый веселый, а то я унылый. Не, самый веселый это... Мы просто уже поиграли одну игру с Андреем. А, Андрей это самый веселый, ну хорошо. Да, самый веселый человек на свете это Андрей. Но, соснулся. Андрей, давай знаешь, что сделаем? Прокси построим там где-то. Сейчас Коля тебе предлагает. Что ты сижаешь? Не сижаю, говорю окей. Ну так втроем оно хорошо получается. Ну как, не втроем, вдвоем? Ну как втроем? Ну не втроем, но вдвоем. Ну вообще, игра 3 на 3, но мы вдвоем делаем. А мы вдвоем будем решать. Это неожиданно. Промывку кишок им сделаем. Не очень хорошо. Почему? Ну ты знаешь, что обычно выходит из промывки кишок? Я не знаю. Я даже не знаю, как это делается. Наверное, в жопу что-то засовывается. Там начинается твоя любимая процедура. Коля, как делается промывание кишок? Ну, много есть методик. Можно клизму сифонную поставить. Сифонную? Да, а можно бутыль с водой себе в жопу засунуть? Это и есть. Это оно и есть, по сути? Грубо говоря, льют. А знаешь, как есть такие штуки, когда ты типа бензин, короче, чтобы перелить в машину, ты типа на себе трубку берешь, ну, в нее дуешь в себя, а потом типа в конце направляешь. Блядь, что спрашиваешь? Ой, блядь. Ой, я затупил, извини, Коля. Я вижу. Мне Паша со своим промывкой жоп. Чувак не смог это слышать и вышел из игры. Так вот, короче, то есть ты вдуваешь в себя трубку, а потом вставляешь в жопу. Есть такая методика? Зачем в себя вдуть? Есть. Как с бензином. Не знаю. По-моему, Паша сбрендил. По-моему, Паша бесплатная диагностика сейчас. Диагностика психолога. Ага, да. Какая разница, что болит, Паша скажет, что надо промывать жопу. Не жопу, а кишки. Жопу промыть, это просто помыть под душем ее. Не, ну он прав. Кто прав? Это кто? Кто из нас прав? Паша прав. Это очень ван. Я прав. Ну ты посмотри в интернете, поищи, типа, лечение промыванием, там такое все. То есть, типа, промывание это лечение всех болезней. Гидроколонотерапия он называется, вот так. Ты успел еще и погуглить в интернете? Или у тебя на бумажке, прилепленной к монитору, написано название? Нет, тут бумажек куча. Специально готовился. Я тоже, я как-то до этого, когда мы играли в Rust, я записал пару тупых шуток и в процессе игры пару раз их читал. Да-да? Да, а у Коли просто вешаны всякими диагнозами. Вот это ты галимый, капец, ты шутки придумаешь заранее для вообще... Вот это галимый, да, типа все ж такие импровизаторы. Ну, в том, что человек готовится, нет ничего такого, это тупо обсырать, но надо. Надо обсырать Пашу. Но я разрешаю Андрею показать свое невежество. Потому что я невежа. Да, ты невежда. Хорошо, невежда. Ты кусочек дерьма, а что вы... Что ты говоришь? А, черт, дурак. Что случилось? Чё, как обычно. А к нам не прилетят ворота? Нам бы красного вынести, потому что он сливает им ресурсы. Ой-ой-ой, собаки. Это к кому? Я сейчас приду, помогу. Ко мне, помогай. Андрею. К Андретану. Идем. Попробуем повоевать. Уберите собак этих. Да сразу. Сейчас я тебе помогу. Помогай. Бля, их еще больше. Давай, ты должен мне помогать. Бля, я не посмотрел, что там зерх. Бля, смотрите, этот долбоеб уже построил ту поебень. Какую поебень? Ну, радар. Ну так его, это, в принципе, неплохой план. Это замечательный план, этот закрылся цеплайками. Собаки ускорились. Бля, не успеваю. Ну тупой рабочий, ну. Они не выйдут отсюда. Бля, выйдут. Давай, тащи их. Тащи их. Что за звук? Я все слышу, я слышу, как пришла смс. Да, я... Не, читать не буду, я не могу вас бросать в такой тяжелый момент. Не бросай нас, Коля. А то Андрею сейчас сделают гидроколоноскопию. Ох, очень звучит. Терапию. Терапию? Терапия. Терапию.
Ну да, это же лечение. Увеличение? Да, это лечение. Андрей сейчас увеличение сделает. Увеличение пениса. Тебе плохо слышно стало, Андрей. Тишки. Ты расстроился? Я расстроился, меня, блин, тут едят вообще-то. Ну ты прокси давай воспользуйся своим. Я не могу столько собак, у меня не так много риперов. Идем запилим их, Коля. Идем. Этих сраных вырытых. Давай, ебошь рабочими. Рабочим ебошь. Да блядь, ебошу. Андрей, ну ты калека. Отстань. Тупо калишь. Отстань от меня. Не знаю, как тебе помочь. Говнюк. Я пытался помочь, но ты типа ты взял... Ты говнюк, я тебя ненавижу. Риперов. Вы мне скажите, что... Иди нафиг. Но давайте не будем о политике. Да давайте не будем, это опять как-то. Чё, я вырежу. Смотрите, чё, у нас тактика сработала, хоть и какая-то странная немножко. Да, и мы занимались не игрой, а базарили. Но это очень хорошо, мы смогли вырулить даже так. Да, и предлагаю вот эту часть про политику не писать. Да, я вырежу, не ссыте, я уже, у нас уже налажен процесс. Кстати, ты, Коля, смотрел свежий? О, блядь, Коля, я тебя спутал. Спутал? Так ты... Я случайно пострелял. Тактический пилон, тактическая... О, вот это... Я не могу ничего с ним сделать. Давайте матюкопу напишем, я думаю. У меня есть сталкеры. А ты слышишь, у него где-то есть база. По-любому у него есть база. Это, Коля, что я хотел спросить. А ты не смотрел видосы новые с нашего канала? Не, я смотрел, вы там какую-то игру такую странную играли. Смесь... Я ничего не слышу, Коля говорит. Что ты говоришь, Коля? Я говорю, какую-то игру странную играли, там смесь Майнкрафта и еще чего-то. А, Раст? Наверное. Ну, ты смотрел ее? Майнкрафта? Ну, Майнкрафт, типа, Крафт какой-то есть. Ну, мне, ну, честно, так показалось. И DayZ, походу. Ну DayZ, да, Раст. Так и да. Что, нормально было или говно? Не, нормально вроде, так неплохо. Там. Ну, как-то у вас, вот, мне что понравилось, то, что у вас как-то вот больше... Ну, привыкли вы работать вместе, поэтому один говорит, другой молчит. Как-то, ну, воспринимается хорошо. На самом деле, да, это то, что нам говорили, на что обратить внимание, когда один говорит, второй молчит. Ну да. Поэтому Андрей в основном молчит. Вообще, я шучу, на самом деле, в Расте Андрей все время, то какая-то интересная штука происходит. Я добываю дерево. Там летают здания. Постройте что-нибудь, убейте. Я сейчас строю Старгейт. Я построил Старпорт. Ну, я хочу настроить уже батлкрузеров, что ли. Так что подождите. Да, батлкрузера убить бараком, правильно. Не, не летите сюда, не садитесь, чехи. Ну, первую мы выиграли. Молодцы. У нас же, кстати, квалификация идет. Да, мы первую выиграли, но... Как дебилы бегаем за бараками. А? Стадо хиперов такие. Ты Коля спрашивает? Что? Я молчал. Ну, почти молчал. Не, Лена меня кривляет. Не кривляет, а типа... Я не буду это... Не бойся. Нет, я тебе расскажу, это тоже кусок вырежи. Короче, я... Мне нравится это Коля.